Вопрос ваш. У меня складывается впечатление, что песня «Рабство иллюзий» отражает мировоззрение убежденного атеиста. Так ли это? И какой смысл изначально закладывался? «Ночь, короче, дня» – мой любимый альбом. «Ночь, короче, дня» – прекрасный альбом. Свидетельство того, что если всем объединиться, музыкантам и поэту, то можно очень даже интересно написать. Это были те времена, когда Владимир Петрович, я как бы разделял полностью взгляды Владимира Петровича на некоторые вопросы нашей жизни. Он тогда активно читал Альбера Камю. Обменивались мы книгами, и вот такой появился альбом в результате такого интенсивного общения с Холстининым, вообще с группой. Ну, интересная работа была. Песня «Рабство иллюзий», я бы не сказала, чтобы это был монолог какого-то убежденного атеиста. Понимаете, для меня эта песня как бы такая бунтарская песня, когда молодой человек весь в коже, с шипами, ну, какая-нибудь там майка сумасшедшая, не обязательно Iron Maiden, а что-нибудь там такое, бросает вызов обществу, собственно, которое очень плохо воспринимает что-либо новое. Были такие времена, когда и старушки плевали вслед, и, в общем, действительно было сложно таким людям, которые как бы представляли собой альтернативную культуру, какое-то альтернативное мировоззрение. И, собственно, действительно, мы все, в общем-то, находимся в плену каждой своих иллюзий. А этот парень у меня, как вот в моем воображении, да, он выступал против этого рабства, но я не был никогда рабом иллюзий. То есть я трезво смотрю на вещи, я трезво себе представляю, что, и вот в вышине три белых орла. Прекрасно совершенно. То есть такая героическая, бунтарская песня. Но каждый видит то, что он видит. Как есть такая поговорка, каждый понимает все в меру своей испорченности. Так что, может быть, для кого-нибудь эта песня убежденного атеиста, для меня нет. Это героическая бунтарская песня. Собственно, тема бунта, она мне вообще близка, поэтому иногда хочется побунтовать, при том, что не всегда это понимают. Третий вопрос. Насколько важна для артиста его дискография? Ведь многих очень удивляет, что при наличии таких профессионалов в группе Кипелов выпущено мало альбомов. Но это дело группы. Я считаю, что группа имеет столько альбомов, сколько она заслуживает. И мне хочется процитировать Владимира Ильича Ленина, который всегда говорил: лучше меньше, да лучше. Альбомы, конечно, неровные у группы Кипелов, в этом я соглашусь, но это совершенно нормально. Люди меняются, музыка меняется, мировоззрение меняется, и как бы в одну дуду дуть, это просто смешно. Ну вот, был такой альбом «Реки времен», потом вот «Жить вопреки», сейчас «Звезды и кресты». Я думаю, что Валерий Александрович разберется. Кроме альбомов еще были синглы, и я надеюсь, что еще он что-нибудь они выпустят, потому что ребята горят желанием сочинять. И Слава Молчанов, и я надеюсь, что Леша Харьков наконец-то попадет в творческий поток, потому что в основном он занимался техническими проблемами на последнем альбоме. Андрей Голованов в отличной форме, но чем, как говорится, черт не шутит, чем Кипелов не шутит, может быть, мы что-нибудь еще услышим и увидим в будущем. Так что все хорошо в меру. Три альбома уже хорошо. Будет четвертый, будет замечательно. Но загадывать ничего никогда нельзя, потому что никто не знает, какой кирпич свалится ему на голову завтра. Вот так вот, Станислав. Елена Логинова. А у меня вопрос насчет песен на исторические темы. Есть ли в планах создать текст или песни на какие-либо исторические сюжеты? Ее вопрос, Лены, пересекается с вопросом Сергея Набивычева. Или Набивычева. Ну, в общем, извини, Сергей, не знаю, как правильно ставится ударение. Отвечаю сразу на два вопроса, потому что Сергей меня спрашивает, как происходит знакомство с историческими сюжетами, которые ложатся в основу песен. Сами вычитываете, кто-то из друзей, может быть, подсказывает или делает заказ. Надо написать песню про это. И можно ли вам предложить сюжет? Пожалуйста, можно предложить Сергею мне сюжет, только не надо мне предлагать сюжет про Куликовскую битву. Умоляю. Это уже как бы отработанный сюжет, уже песни на эту тему есть. И определенная мода на исторические темы в
хэви-метал, они неиссякаемы. Эти темы неиссякаемы. Мода это и есть. Примером нам служат в основном нордические группы. Для меня образец это группа Sabaton, которая прекрасно расправляется с историческими сюжетами. Может быть, где-то спорно, но очень напористо. И, честно говоря, меня потрясла их песня о восстании в Варшавском гетто. Тема потрясающая. Я не думаю, что она была бы близка нашим поклонникам. Но для поляков это очень злободневная тема. И, я думаю, для западных слушателей тоже. То есть Sabaton молодцы. И масса шведских групп работает в историческом плане. Допустим, шведы, да. Ну, богатая история, викинги и так далее, и так далее. Есть о чем писать. И у нас-то, в общем-то, есть о чем писать. Но мне кажется, что тем, кто сейчас работает над воплощением исторических тем в песнях, нужно все-таки проявлять больше фантазии. В образах, в подходах не работать по какой-то вот схеме. Потому что я слушала несколько песен, даже сейчас точно не могу сказать, на военные темы, на исторические. Вы знаете, очень много. Я понимаю, что там, если человек пишет на музыку, там могут быть короткие строчки, там вот какая-то лозунговость. Меньше лозунгов, больше чувства, больше отношения к тому, что происходило вот в тот момент, который вы описываете. Относительно исторических сюжетов. Я читаю, вычитываю, конечно, очень интересно. Смотрю какие-то сериалы. Вот, допустим, мне глубоко в душу запал Рагнар Лодброк и вся эта история, сериалы «Викинги», хотя там, в общем-то, историки тоже видят какие-то недочеты, но там показаны очень интересно характеры. Меня в первую очередь интересует характер исторического персонажа. Вот Александр Македонский, гениальный человек, очень интересный характер, да? Или вот у нас с Виталием Алексеевичем была песня «Кровь королей», «Король Артур». Сколько мы переделали, там и внутренние рифмы, и не внутренние рифмы, и все. Но история-то осталась, пробуждение короля, и Британия ждет, что вот король как бы за нее заступится. По-моему, королю в связи с волной террора уже пора просыпаться и что-то делать с англичанами. Защищать, не защищать, но как-то организовывать службу безопасности, так мне кажется, и привлекать Мерлина к этому делу. Иногда музыканты говорят, что вот давай вот на такую-то тему, да, я обычно бросаюсь читать, если предложена какая-то тема, тоже подчеркиваю что-то новое, там, может быть, вообще совершенно новая для меня тема. И вот, допустим, Андрей Кустарев недавно мне рассказал, так бросил мысль, а было бы неплохо написать там про Невельскую мясорубку. Я, естественно, уже ознакомилась, что это такое, действительно, тема очень интересная. Брусиловский прорыв очень интересная тема, и вообще сама персона Брусилова. То есть, как говорится, пиши не хочу, но для этого, если вы пишете на рыбы, должна быть соответствующая музыка, соответствующее знание и понимание характера героя, о котором вы пишете текст, и вообще, так сказать, персональный, что ли, взгляд ваш на это. Не нужно лозунгов, не нужно. А сюжет вы мне можете, Сергей, предложить, пожалуйста, посмотрим. Я еще раз повторюсь, только не о Куликовой битве. Не о Куликовской битве. Алексей Коротков. Прежде всего хочу поблагодарить за альбом «Маргариту и Алексея». Я так думаю, что это речь идет, наверное, о Харькове, да? Первый вопрос мой Маргарите Анатольевне. Откуда вы узнали, что полярная звезда считается символом России? Когда-то я читала работу Юрия Мамлеева на эту тему. И там есть упоминание, что полярная звезда – это символ России. То есть, вообще, в принципе, полярная звезда, она в древности была символом Гипербореи, прародины, скажем так, нашей прародины, да? Ну, вот, вообще, образ полярной звезды очень интересный. И у славян, у древних, она же была и называлась там «Звезда Кол» или «Звезда Прикол». Она видна всем живущим в северном полушарии, она указывает направление на север, она не двигается. То есть это вот такая вот интересная очень звезда, пульсация которой затихает, то становится более блеклой, то она вдруг вспыхивает ярко. Ну, почти как наша жизнь, собственно. Но в данном случае я доверилась Юрию Мамлееву, который вообще-то прекрасный писатель.
и философ. И вот отсюда, собственно, и пошел образ этой звезды. Хотя у арабов очень интересная легенда по поводу этой полярной звезды, что это такое. Они вообще считают, арабы, что это как бы отверстие в небосводе. Это такой интересный фантастический гроб, в котором лежит воин неба, который был убит какой-то злобной другой звездой. И вот эти очертания гроба как бы повторяют очертания, вот как вычерчивает малую и большую медведицу. То есть и арабам не чужда полярная звезда. Но в данном случае все-таки мы северные люди. Север в нашей крови. И северная Пальмира, и тундра. То, что полярная звезда символ республики Коми, это точно совершенно. Вот. Но все-таки, опираясь на теорию Мамлеева, я вот вывела то, что все-таки полярная звезда – это символ нашей России. Мы, еще раз повторюсь, северные люди. Следующий вопрос Алексея, но я не могу за него говорить, потому что, да, на реках времен были песни его авторства, но, вы знаете, творчество – это такая вещь, никто из нас не является роботом, никто из нас не является какой-то машиной, и, кстати, это плохо понимают многие. Они думают, что вот люди сидят и штампуют, и штампуют, и штампуют, там хит за хит, там все. Ничего подобного. Все мы люди, все мы человеки, у всех своя жизнь, о которой вы не знаете, не имеете представления. Эта жизнь влияет на то, как человек творит. Может быть, у Леши были такие обстоятельства, что он ушел с головой в технику, он отвечал за запись, он отвечал за монтаж, он очень много занимается оформлением и так далее. То есть, ну, как говорится, не пошло в этот раз. Но это не значит, что не будет его песен в будущем. Может вспыхнуть, загореться и что-то такое очень интересное придумать. А на реках времен, конечно, он был очень хорош. Дальше вопрос чисто музыкальный. Я не знаю, как на него отвечать. Я его зачитаю, но это как бы не моя компетенция, да? Самый провокационный. Этот вопрос к группе. То есть вы считаете, что группа сознательно пошла по пути упрощения, записывая этот альбом. Многим и многим моим знакомым, и мне в частности, не хватило, конечно же, богатого гармонического языка, который был в таких знаковых для группы песнях, как «Я здесь», «Безумие», «Дыхание последней любви», так как они заключают в себе узнаваемый стиль группы. А также не хватило интересных рифов, несмотря на все это, еще раз спасибо, спасибо за альбом. Ну, было бы удивительно, если бы этот альбом был бы очень похожим на предыдущие альбомы и являлся бы калькой с предыдущих альбомов. Но в этот раз, да, вещи более короткие, более компактные. Они как бы действительно проще. Мне вот, например, не хватало, я уже об этом говорил на радио, в программе у Димы Добрынина, что мне не хватало большого эпического полотна вот такого вот. Или такой вот драматической песни, как «Я здесь». Хотя песня «Жажда невозможного», она, на мой взгляд, очень интересная песня, интересный эксперимент. Это такой около блюз, это не совсем блюз, это около блюз, прекрасно спетый Валерием Александровичем. А музыка там написана его сыном. То есть это тоже своего рода эксперимент. Так что раз на раз не приходится. Может быть, какие-то следующие работы будут более богатые, так сказать, уже для вас, с вашей точки зрения, там и рифами какими-то. Я считаю, что прекрасное соло у Молчанова в «Темной башне», или где там «Белый ад», по-моему, очень интересное соло. Молодец Голованов, шикарную песню сделал «Дампик», очень заводная такая, рифовая, ну, я не знаю. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет, вам так кажется. В том, что попроще стали вещи, я с вами совершенно согласна. Но в остальном, не знаю, как говорится, каждому овощу свое время, да? Вот. Ну, значит, вот такое время, такой альбом. Не будем зарекаться, что будет дальше там, и клясться в том, что все будет по-другому. Может быть, будет то же самое, может быть, будет что-то другое. Так, и вот очень интересный вопрос, который, честно говоря, меня озадачил и даже огорчил. Потому что вот Александр Ткачев, с которым мы тоже общаемся много ВКонтакте,
пишет, что заметил, что тексты, которые вы пишете к песням великой арийской семейки, гораздо проще того, что вы пишете для проекта «Династия посвященных» или «В отопыренности», или «В береге, которого нет». Если взять ваши стихотворения, написанные для души, что называется «В стол», то, читая их, порой в моей голове происходит завихрение от смысловой текстовой нагрузки, а вот стихи к песням группы Кипелов читаются несложно, текст более усвояемый. Вот я здесь вот точечку поставлю и отвечу. Во-первых, Александр, для души пишется не только в стол, выходят книжки. Потом есть понятие стихотворения, где я могу делать все, что я хочу. Я могу задавать любую тему, я могу по-любому эту тему решать, я могу любую строку, любой повтор, то есть все подчиняется моей фантазии. Есть тексты песенные, конкретно на структуру, которая тебе дается. То есть вот, пожалуйста, вот сейчас я пишу одну песню, допустим, да, там надо рассказать историю жизни человека, непростую историю. Там в бриджах 4 строчки по... Сейчас. Deep in my heart. 4 на английской рыбе, 4 односложных слова. Да? Это может быть 2 двухсложных слова на русском языке. То есть вот бридж такой идет. Вот скажите, песня должна быть понята как-то. Текст должен лечь на ухо. Песенным текстам существуют определенные требования. И писать там, вот, допустим, тот верлибр, который я люблю писать на свободе, так сказать, да, там «Осень, лисья, дочь, невеста волка зимы», извините. В песнях этого просто не может быть. Вот даже если вы возьмете стихи Вознесенского, великого поэта, уж, как говорится, нам всем до него далеко, да, и его песенный текст «Миллион алых роз», что вы можете сравнить с тем, что он писал в «Треугольной груши» в сборнике. Я когда услышала «Миллион алых роз», я не поверила, что это писал Андрей Вознесенский. Ну, это написал. Сравните, что писал для песни Евтушенко. Да, там есть образ, но все равно и его поэзия. То есть вы совершенно меня просто огорчили этим, потому что завихрения смысловой и текстовой нагрузки могут быть в свободном творчестве. Если бы я сама, допустим, писала бы музыку к своим стихам, то, уверяю вас, там и музыка была бы, конечно, сумасшедшая, совершенно какой-нибудь Шомберг, там, я не знаю, Шнитке на этот размер. И уж тогда бы точно у всех бы мозги на бигрень бы съехали. «Династия посвященных» — это проект, где пишется музыка на мои стихи. То есть все равно я учитываю, что это будет песня. Все равно там есть повторы, там есть шлях фразы, то есть там сохраняются законы написания текстов. Хотя по смысловой нагрузке они, может быть, конечно, по заковыристее. Но это уже мой проект. То есть никто не предъявляет ко мне никаких требований, никто меня особо не контролирует. Там иногда за пропиваемость, там, допустим, тот же самый Сергей Скрипников борется, чтобы там что-то исправить, чтобы лучше пелось. «Отопыренность» и «Берег, которого нет», извините, это стихи. Это сборники стихов и прозы. Это не песенные тексты. Поэтому там все гораздо сложнее. Так. Такие простые тексты вы пишете специально, рассчитывая на определенную аудиторию, или же ваши тексты упрощаются после согласования с группой? Еще раз повторяю, что тексты пишутся на готовую музыку по просьбе музыкантов группы. Задается тебе количество слогов в каждой строке, желательные окончания, как должно рифмоваться, и четкая структура. Запев, бридж, припев со шляк фразой, запев, бридж, повторение бриджа. Это вот самая расхожая схема. То есть здесь уже, как говорится, особо не разгуляешься. Извините за такое эмоциональное выступление, но просто еще раз призываю различать песенные стихи и стихи, так сказать, в свободном полете сочинен. Так, вопрос. Марина Каталакиди спрашивает, есть ли такие песни любых групп, слушая которые, вы испытываете чувство огорчения или зависти от того, что не вы их написали? Или при прослушивании думаете, а я бы лучше написала? Марин, знаете, я не отношусь к категории тех людей, которые умирают от зависти кому-либо. Мне просто радостно, если у кого-то что-то очень хорошо получается. Зависть, я испытываю черную зависть к группе Pink Floyd, потому что «Стена», «Final Cut» и много-много еще
композиции альбомов у них. Для меня это как бы вот The Wall, стена, да, это вот, ну, предел мечты, чтобы вот так вот это было написано, чтобы так это было сыграно, чтобы так это было поставлено. Но это белая зависть. И, как видите, это к группе Pink Floyd. Иногда завидую группе Muse. Как звучит, как выглядит, какая музыка. Пусть немного депрессивный, но красивые тексты. Опять же, белая зависть. Огорчение, не знаю. Огорчение, да, было один раз, когда я первый раз услышала песню «Я хочу быть с тобой», группа Nautilus из наших. И вот этот текст Ильи Кормильцева. И вот тут, конечно, я огорчилась, что не я это написала, но в ответ было написано «Возьми мое сердце», так что мы тут как-то поквитались. А относительно, я бы лучше написала. Я никогда так не думаю, потому что, мне кажется, так как-то нечестно думать по отношению к творческому человеку, который что-то написал так, как он считает нужным. А такие мысли, вот я бы лучше написал, лучше оставить при себе, даже если они мелькают, и никогда к ним не возвращаться. Ну, может быть, да, вот, может быть, иногда я смотрю и думаю, вот здесь не так, вот здесь не так, вот здесь бы подправить, да, но я вмешиваться в этот процесс не буду, тем более, что я знаю, как легко ранимы творческие люди, особенно молодые, которые уже как бы не думают о душе, и у которых не мир внутри, а жажда самоутверждения, поэтому иногда я даю какие-то замечания по поводу того, как лучше это сделать, как я бы это сделала, но, увы, не всегда получается нормальная реакция на это, поэтому зачем обижать людей, ну, пишите вы и пишите. А как я написала, как я бы написала, никто не знает. Может быть, я бы и хуже написала. То есть здесь творчество – это такой сумрак, полусумрак, свет, рассвет, восход, закат, что я бы не стала как бы особо зацикливаться на этом. Может быть, где-то бы я и лучше бы написала. Но оставим это все на совести авторов и на моей собственной. Соня Марченко. Хотелось бы задать вопрос, как профессиональному поэту. Сама пишу тексты песен и стихи, но проблема в том, что адекватно оценить не могу. Посоветуйте, как можно получить действительно ценную критику и оценку. Из окружения нет никого, кто бы хотел просто даже это читать, а кому попало, не хочется разбрасываться. Соня, я ничего вам посоветовать не могу, потому что в любом случае оценка будет субъективной. Это зависит от человека, от вкуса человека, от подготовленности, от его начитанности. Поэтому вот чисто технически наверняка вам могут дать советы, то есть там техника стихосложения. Но исправить какие-то, может быть, лексические какие-то моменты, да, люди более профессиональные, более грамотные. Но в целом оценить, я считаю, что оценка это исключительно субъективная. Дело. Вот, допустим, мне присылают многие стихи, я читаю там, может быть, даже очень хорошо написано, очень хорошо. Но мне это, как вот вы говорите, молодежь говорит, не зашло. Потому что это не мое, тема не моя, эмоции уже не мои. И, ну, как бы, и что я скажу такому человеку? Я напишу, что спасибо, очень симпатичные стихи, но не мое. То есть субъективная оценка это... И критики, они тоже не субъективны в своих оценках. Критики, которые считают себя профессионалами. Они не могут быть объективны. Я еще раз говорю, что все зависит от устройства мозга, от наполняемости мозга человека, с которым вы советуетесь или которому вы показываете. Иногда вот я читаю какие-то стихи там... Я не все, конечно, на память знаю, да, вот мне кажется, ну, как примитивно. Потом смотрю, хоп, а там стоит фамилия какого-то известного поэта. Ну, для меня это примитивно, для кого-то нет, кто-то там прекрасно плачет над этими стихами. Так что это такой вопрос тоже. В общем-то, тут конкретно я вам на него ответить не могу. Единственное, что я могу вам посочувствовать, что из вашего окружения нет никого, кто бы мог просто даже прочитать это.
Значит, у вас такое окружение, извините. Надо выбирать тех, кто тебя окружает. Лучше пусть вокруг будет никого не будет, чем будут люди, которые к вам равнодушны. Это уж, извините, так сказать, такой совет человека, который побывал в различных переделках. Юлия Нефедова спрашивает. Вопрос такой. Хотели бы вы ради интереса поучаствовать в игре «Кто хочет стать миллионером»? С вашими-то знаниями обуете их? Или в какой-нибудь другой интеллектуальной игре? Юлия, я не настолько хорошо эрудирована, чтобы принимать участие в этих играх. Я себя проверяю. Я смотрю вот игру «Кто хочет стать миллионером» или вот по каналу «Культуры». Сейчас интересно очень идет, «Гений» называется программа. Там просто люди, специалисты в каких-то темах, вот им задают вопрос сначала по их теме, а потом уже по всем темам. Или вот это вот «Знатоки», да, игра. Я себя как бы проверяю. Иногда мне, конечно, обидно, что некоторые профессиональные музыканты не могут ответить на вопрос, связанный конкретно с музыкой. Мне уж кажется, и в музыкальных училищах есть курсы, курс музыкальной литературы, где, в общем-то, людей натаскивают на узнавание фрагментов, либо на какие-то истории, такие более-менее хрестоматийные, связанные с тем или иным произведением. Тут я, конечно, огорчаюсь. Порадовал меня тот факт в одном из выпусков «Кто хочет стать миллионером», там, где обсуждали вопрос, какое животное не изображено на гербе Исландии. Вот я точно знала, что это белый медведь, он там не изображен. А им подсказали неправильно, причем подсказал очень эрудированный человек. Вот я очень огорчилась из-за этого эрудированного человека, который многие знают. Вот. И так почувствовала какую-то внутреннюю гордость, что а вот герб Исландии, причем здесь Исландия, не знаю. Вот я знаю. Так что нет, я бы не стала играть в интеллектуальную игру. У меня как-то вот, честно говоря, не хочется опозориться, скажем так. Так, Светлана Михаил. Интересно, как вы относитесь к творчеству группы Амела? Очень хорошо отношусь к творчеству группы Амела. Мне очень нравится музыка, мне очень нравится Абрей, его вокал. Очень нравятся стихи. Красивые, прозрачные, очень романтические стихи. И, в общем-то, с удовольствием я их слушаю. Вот, когда они что-то выпускают, я обязательно слушаю эти песни и радуюсь за Сергея, что так хорошо получается. Флюза Чигаева спрашивает. Скажите, пожалуйста, когда вы пишете текст к песне, вы видите, какой образ должен получиться? И насколько конечный результат соответствует вашим представлениям? Насколько удался синтез музыки и текста в новом альбоме? Флюза, дело в том, что иногда начинаешь писать текст, совершенно другие там образы, и представляешь, что это должно быть совершенно по-другому. В результате интервенции мнений музыкантов, жесткого контроля, получается так, что образ первоначальный совершенно стирается, а рождается следующий, и в конце может статься так, что, в общем-то, не узнаю, как поется в одной опере, не узнаю Григория Грязнова. То есть то, что думалось изначально, вдруг превращается совершенно в другое. Но я должна сказать, что Валерий Александрович очень трепетно относится к соответствию музыки и текста, и он бы просто не допустил того, чтобы музыка и текст не сочетались. Поэтому синтез музыки и текста есть в новом альбоме, чтобы кто бы ни говорил. Это однозначно совершенно. Может быть, просто у людей разные, у нас с ними разные понятия о синтезе. То есть музыка соответствует тексту, текст соответствует музыке. Исполнителям и авторам это виднее, чем тем, кто слушает. Так, Денис Крылов. Индейцы говорят, когда умирает легенда и пропадает мечта, в мире не остается величия. Маргарита, стоило ли Кипелову развенчать миф, сначала спев «Раскачаем этот мир» и позвав всех за собой, потом, через десяток лет, легко предать мечты своих фанатов, исполнив «Я и сам хотел когда-то раскачать безумный этот мир». Быть может, стоило до конца лететь на пламя, чтобы в нем остаться навсегда. И еще, да, вот давайте сначала я на этот вопрос отвечу, да. Я за Валерия Александровича отвечать не могу. Я считаю, что никакого мифа он не развенчивал, потому что бунтарство
Это как бы такая характеристика молодости, в общем-то. И еще великий Уинстон Черчилль сказал, что плох тот, кто в свои там 20 лет не был бунтарем, а если там, я дословно не могу сейчас эту цитату привести, а если ты там в 40 лет или в 50 продолжаешь бунтовать, то ты просто дурак. Вот Черчилль, в общем, соображал, что он говорил. Денис Крылов продолжает. И еще, моя мать, не последний человек для меня в поэзии и очень хорошо чувствующий поэтов, когда услышала песню «Ледяной дождь», сразу сказала, что эту песню написал не Пушкин. До этого она говорила, когда поет Кипелов, я всегда слышу только Пушкина. Вопрос, стоит ли смешивать годами проверенные ингредиенты в новых соотношениях? Или все же каждому свое, зверю берлога, страннику дорога, поэту славить, женщины лукавить? Валерию Кипелову петь. Действительно, Валерию Кипелову петь, и он выбирает то, что ему близко. В отношении «Ледяного дождя», «Ледяной дождь», это я забегу немножко вперед, потому что, в принципе, я хотела по каждой песне отдельно говорить. Но раз тут такой вопрос. Первый куплет там действительно составлен из нескольких фрагментов, второй куплет полностью, так сказать, был написан мною. Припев мы делали вместе с Кипеловым. Я очень рада, что для вас мама является таким большим авторитетом, что она так хорошо чувствует поэтов, но я хочу вам сказать одну вещь. Вот если ваша мама, допустим, услышит песню группы «Стрелки», «Мамочка, мамуля», я думаю, что она тоже не скажет, что это написала Пушкин. А сейчас мой старый знакомый Петр Подгородецкий откопал старинную нашу песню, написанную где-то в конце 80-х годов, называется «Коммунальная танго». Никакого хэви-металла. Потрясающая танго. Где тоже мой текст. Я уверяю, ваша мама послушает и скажет, что это тоже не Пушкин. Пушкина разная. И, честно говоря, я сама себя до конца не знаю, что я еще могу отчебучить, так сказать, как я могу написать, да? Я могу писать и верлибр, я могу писать и арии какие-то, и рок-оперу, я могу писать и то, я могу и сё, я могу быть такой, я могу быть сякой. И, честно говоря, люди, которые, вот, допустим, приходят ко мне в группу ВКонтакте, они ожидают, допустим, увидеть одну Пушкину, а вдруг они видят совершенно другую Пушкину. Так что никогда не надо говорить, что вот, а, нет, это вот не Пушкин написал. Почему? Можно прекрасно написать что-то такое, которое совершенно на тебя не похоже. Да даже интересно это сделать, понимаете? «Ледяной дождь»? Да, может быть, это не совсем то, что мне бы хотелось, потому что вариантов была масса. И я вот, готовясь отвечать на ваши вопросы, я просто просмотрела черновики этой песни. И вот мне интересно просто, вот я сейчас прочитаю один черновик, вот что скажет ваша мама? А вы мне потом напишите. Это был текст написан одним из первых вариантов. Как бы отражали мое видение событий. Я сразу объясняю, потому что я думаю, что молодежь это не совсем поймет, но если ваша мама такая поэтически эрудированная, может быть, даже сама пишет, скорее всего, я просто небольшой комментарий дам. Это песня, написанная после дам событий 91 года в Москве. Белый дом, Ельцин и все, что следовало за этим. Ночной торопливый дождь стучит в окно, как поздний гость. С ним будешь честен, как ни с кем другим. Он был у тех белых стен, где билось пламя, время перемен, туманило разум эйфории дым. Когда улетаешь вдаль, ты веришь, там живет мечта, там ждет свобода для таких, как мы. Готов для нее на все, своей рискуешь головой, готов и кровью ноги ей омыть. Царил братство древний дух в пожатии тысяч крепких рук. Свои все были, никого чужих. Зарю протрубил восток, сменился горечью восторг. Мы за свободу бились для других. Вот такой подарок вашей маме. Не знаю, увидит ли она там Пушкину. Если увидит, то хорошо. Но это один из моих любимых вариантов на песню «Ледяной дождь». Еще раз прошу, передайте большой привет вашей матушке. Анатолий Уртенс. Маргарита Анатольевна, хорошего времени суток. Влияет ли время года на ваше творчество? Если да, то каким образом? И есть ли любимые? Например, Михаил Бугаев, известный любитель осенней поры, некоторые песни написаны конкретно на эту тематику. Отвечаю сразу на первый вопрос.
Анатолий, я не могу разделить любовь Михаила Бугаева к осени. Я не люблю осень, потому что знаю, что за осенью идет зима. Хотя осень, конечно, красивое время года. Лисья дочь. Но я не люблю холод. Я люблю тепло. Я люблю весну, когда все начинает пробуждаться, расцветать. И обожаю лето, только хорошее лето, не такое, как было в этот раз у нас здесь в Москве. Но я даже и на такое согласна. Лишь бы не было грязи, вот этой вот жуткой осенней грязи, не было вот этой осенней депрессии и заморозков, и, в общем, вот этого ужаса, который нас ждет впереди. Так что будем считать, что мое любимое время года – это весна и лето. Были ли моменты, когда ваш домашний питомец как-то помогал в творчестве? Вот не идет мысль, а тут приходит Мартин и приносит идею, словно пес из американского кино, внутреннюю почту. Мартин, несомненно, способствует творчеству. Мы когда с ним гуляем, я очень много что придумываю. И так было с моим первым псом, замечательным Пинчем. Мы с ним тоже очень много сочиняли, он очень много способствовал. И, кстати, любил хэви-метал. Мартин в этом плане более припопсованный человек. Он лает на других исполнителей. Вот. А Пинч очень любил Iron Maiden. Просто засыпал, балдел вверх брюхом. Так что помогает, да, действительно. Вы пишете многие тексты на рыбы, в которых обычно напевается всякая тарабарщина. Были ли какие-то запомнившиеся смешные фразы о таких рыбах? Бывало ли, что какие-то слова перебирались в финальный вариант текста? Анатолий, были такие вещи? Вот, допустим, иллюжен, слово иллюжен в «Рабстве иллюзий» раз подтолкнуло на тему песни. И, собственно, но я не был никогда врагом иллюзий, английский illusion, то есть ударение даже сохраняется. Смешные фразы, нет, смешных каких-то, вот отдельные слова какие-то, они дают иногда зацепки, это действительно в английских рыбах. И за это очень большое спасибо музыкантам. Вот самый такой яркий пример, это вот «Рабство иллюзий», illusion. Так... Ой, какой вопрос. Как Алексей Кривошапкин, известный провокатор и поэт, как вы относитесь к Иуде и вообще к его роли в истории религии? Я отношусь к Иуде с большим сочувствием, Алексей. Потому что судьба его печальна, свою роль он сыграл так, как было предписано. А есть очень интересная книжка, если, конечно, Алексей, вам интересно, Зигмунда Косидовского, поляка. Там рассматривается много вариантов роли Иуды, и как еще по-другому он мог бы поступить. Очень советую прочитать, очень интересно. Тут я это озвучивать не буду, потому что времени у нас не так много. А роль он свою сыграл, я думаю, что без Иуды многого бы и не было. То есть сценарий был написан очень четко. Каждой роли были распределены, и все было четко выполнено.